Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это «Сталкер. Чистое небо». Итак, мы с вами, короче, допросили, значит, этого самого, он того командира, короче, военных, который за решеткой сидит. Вот, теперь нам нужно забрать, собственно, хабар. Забрать хабар, отнести его, короче, Сидоровичу, и там посмотрим, что дальше нам Сидорович скажет. Так, погоди, у меня тут все нормуль. Вот. И посмотрим, что нам Сидорович скажет. Он там должен, короче, рассказать какую-то информацию о... Проходи! Какую-то... Блёха! Какую-то информацию, короче, о сталкере... О неком сталкере. Вот, которого мы ищем. Давай, собственно... Так, погоди. Надо, наверное, ружьишко взять. Ружьишко что-то так и не перезаряжает, да? Ну, понятно. Так ничего и не робит. Ружьишко я взял, потому что, возможно, какие-нибудь монстры будут. Хотя я не уверен. Мутант. Мутанты. Все отлично, все правильно. Так, хабар где-то, он сказал, на чердаке, да? Так, вот это я заберу. Отлично. Хабар, он сказал, где-то на чердаке. Окурки. Окурки хабар, что ли? Отлично, вот он, хабар. Жду тебя с кейсом. Давай, ща иду. Ща иду. В принципе, осталась не пыльная, да, вот такая вот работа. Сейчас отнести. Все ништяк. В комментах вы писали, что вроде как Сидорович нас не должен сейчас... говорить под прицелом, мужик. Сидорович нас должен сейчас, короче, отправить на свалку. Эй, да ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужная. А 6 по 8 патронов всего забираю. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Что-то меня подлагивает опять. Опять обновления начались какие-то. Как всегда, бляха. Тихо. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. Так, где там? На встречку мне, сломя голову, несется. Как я прям. Как прям я. Так. Я не знаю, я вот эти... Дробь вот это вот беру, короче, я не знаю. Меня почему-то не перезаряжает. В принципе, можно попробовать, знаешь, что сделать будет? Выложить, короче, все вот эти патроны, оставить одну дробь, посмотреть, зарядит ли он дробь. Потому что вот эти вот целевые мне что-то не очень нравятся. Их нужно в определенных случаях использовать. А дробь она универсальная, она хорошая и универсальная. Может, даже дальность у нее не сильная, она на ближний бой больше, но как бы не люблю я говорить под прицелом. Эй, да ты пушкой-то не маши. Но как бы она более эффективная. Как бахнет, так бахнет. В принципе, пришли. Бляха, что-то подключивает. Принес такие? Я знал, что на тебя можно положиться. Спасибо, наемник, что кейс с хабаром мне вернул. Теперь-то я должок перед заказчиком закрою.
Я ведь и живой столько лет только потому, что слово всегда держу. А то в зоне кинул заказчика раз-другой, и все. На раз в спину что-нибудь прилетит. Так, что касается сталкера твоего. Был он у меня. Звать его Клыком. А искал усилители ламповые, еще какую-то электронную фигню. Я в этом не особо, извини. Значит, он один усилитель купил, а больше у меня не было. Я его направил к диггерам, на свалку. На свалке, если не знаешь, недавно откопали кладбище техники, которое еще после аварии на ЧАЭС бросили. Потому деталей старых хоть одним местом ешь. Ха. В общем, выглядывай Клыка там. Захочешь купить чего или продать, заходи. Всегда рад буду видеть. Ну, спасибо за информацию. Будет еще что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными, записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Ну, неплохо. Кстати, Клык, да, это у нас один из команды стрелка, вроде как, да? Я правильно понял, да? Так, ответишь на мои вопросы? Ну что ж, вижу, ты человек серьезный, серьезному человеку, чего бы и не ответить. Спрашивай, давно ты тут? О, давно, одним из первых в зону пришел. Детекторов и костюмов никаких еще не было, так что выживал тут мало кто. Дальше свалки я потому и не ходил. Не мое это, понимаешь, голова к другим делам приспособлена. Я вроде масло в моторе. Я есть, и всем хорошо. Нет меня, и все, пошел движок барахлить. В смысле, люди между собой собачиться начнут. В зоне-то чудес много, только охочих до этих чудес еще больше. Вот на мне все интересы и замыкаются. Товарооборот между зоной и остальным миром – моя парафия. Многих нужных людей знаю и почти любые вопросы решаю, не сходя с места. Вот так вот. Окей. А что ты можешь мне предложить? Моя часть сделки... Так, нет, спасибо. Окей. Так, давай... Что у тебя появилось? Так, что у тебя появилось? У меня нет бинтов вообще. Давай... Ага. У него, бляха, дорогие цены. Не буду я ничего покупать у него. Не стесняйся, выкладывай, да. Зачем пришел. Не буду, да. Не буду я ничего покупать у тебя, короче. Так, кстати, вот бинты. Хорошо. 5 бинтов, аптечки. Ты говори все, давай, все это пришел. У меня есть. Так, хочу проверить. Так. Разрядить, наверное, надо, да? У меня там целевые патроны. Ай-яй-яй-яй-яй. Сюда. Ты говори давай, с чем пришел? Заткнись. Удачи. Сейчас проверим. Значится, дробь мне сюда не подходит. Вот оно что. Ну и ладно. Тогда что мы делаем? Дробь. А, я сейчас продам ее и все. Этому. Так, вот это вот. Погоди, а эти? Вот эти. Вот эти. Оденутся в дуло. Да, эти одеваются. Ну вот и хорошо. Ну вот и замечательно. Так, тогда вот эти целевые забираем. Забираем вот это. А дробь я сейчас ему продам нафиг. Ты что, уснул что? Так, дробь я тебе сейчас отдам, продам. 12 рублей! Не смешил бы, Сидорович, ёпте мать. 12 рублей. Бляха. Так, ладно, чё? Вот он сказал, что нам пора на свалку. Нам нужно у неких диггеров, короче, найти информацию о Клыке. Ну всё, отправляемся на свалку.
Как спрячешь ствол, будет разговор. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Вот там не надоедает одно и то же вот говорить. Не знаю, разнообразили бы свою речь, там книжки почитали бы. Так, а я сюда заходил? В вагончик в этот. Не помню, вроде нет. Пусто. А может, и заходил? А может, и заходил. А может, да, а может, нет. Не помню. Так, вот так по низине вроде проходишь, там радиации сильной нету, да, такой? Дроби, значит, не собираем. Кого они там опять шмаляют-то? А где все? А-та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 -
А чё? Какие собаки-то? А где сталкеры-то все? Народ, вы где? Да, вот эти вот дротики, они еще хуже. Ладно. Надо приноровиться просто. А где все-то? Тихо, выбежала. Отбились, слава тебе, господи. В смысле отбились? Я отбился. Молодцы, бляха. Что там бегает? Что там? Кабан, мать его. Не один. Хер на них. Так. Мы тут решили военным отпор дать, а то они совсем распоясались. Дошло до того, что наши бандитам сдают, причем в наглую. Ну так и меня тогда запишите. У меня с ними давние счеты. Значит, завтра смогу быть у вас. Да плюс со мной еще трое ребят. Норм. Отлично, спасибо. Будем ждать. Норм. Начинает там бунт, получается. Так, это кто? Что это сейчас было опять? Да. Это кто, бляха? Свои вроде. Эй, гоблин, что там у вас слышно? Гоблин. Военные из пулемета только что валили по кому-то. Но далеко от базы все равно не вылазят. Боятся. Тихо. Так, надо этот автомат. Бандюганы, что ли? Бляха. Ну и где хоть один падла? Ой-ой-ой.
Граната, бляха, застрял, ёпте! Готов. Готов. Да? Ты уроды. А в смысле? А помните, здесь эта вышка стояла? Да? Раньше-то. Не доработали или не поставили еще? Кушай гранату! Отлично. Так, двое, это двое вот этих сталкеров или... Можно передохнуть маленько. А все, всех убили? Мы лучше. Мы the best of the best. Да, как я? Ладно, расчехлю. Раз уж взял. Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Ну, что расскажешь? Так, а чем могу вам помочь? Ничем. Тогда бывай. Тогда давай бывай. Закинчив Вими клапан. Ну ладно. Ладно, все. Идем. На свалку. У меня там за окном, короче, это, если вдруг что-то там посторонние, какие-то шумы, то у меня окно открыто. Там болтают. Под окнами. Что там гремят еще? Что там, военные опять? Хера, он мне просто очередь такую влепил. Говню. Опа. Тихо. Ай! Собаки, а? Чё там каким-то... Этими... Тарелками, тазиками гремят. Так, хз, надо как-то... Лёха, уже начали лупить. Готов. 9 человек. Ух ты, ну так, вот так, да? Готов. Гамадрила. Сам ты гамадрила. Там вот на машине. Так. Ну где хоть одна башка там, бляха? Я! На, хава, сука. А, да собаки! Руды. Не хрена! Вот это да! Гранаты тут прилетели. Ну, вот кошка что-то от меня хочет еще. Все вокруг что-то ополчились на меня. Там тазиками глян, здесь кошка что-то... Здесь по мне стреляют. Ну, давай.
Дохните, падлы! Ни один не сдох! Готов! 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 Отлично, просто! Ну-ка, где-то. Готов. Готов. Ништяк просто. Еще идут. Еще идут. Так, и где? Сбоку заходи, говорит. Вот так же бы это, в головы просто, в тыквы. Давай, чики-брики, выходи. Леха, над духом ему. Пролетай над духом кукушки. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это плохо. Вот это плохо. Бляха, зачем сохранился? Отлично. Минус, ганжубас. Где еще? Где-то еще один. Странно. Так, ладно. Пособираем сейчас добро. Так, дробь мы не берем. Где-то еще один, бляха. О, я же говорю, бинт не взял. Ёпте мать. Где? Откуда он стрелял? Ублюдок! Он меня, значит, видит, а я его, значит, не вижу. Как? Где он? Откуда ты оттуда стреляет? Да как? По мне стреляет по крышке? Я не понял. Что за дичь? Где ты? Я хочу гранат. Ничего невидимые, что ли? Как это вообще? Не вижу вообще. Так, эти взял? Да, забрал. Так. Ай, хер с этой гранатой. Так, это заберу. А, консерву. Ну вот где он? Так, а что здесь? Здесь пусто, здесь ничего нет. Патроны, водка. 4 уж. Тут наши места. Концлагерь типа, так что пыли по другой дороге, если жить охота. Усёк? Усёк? Не усёк. Куда-то убежал, короче, заныкался где-то и это, такой, знаешь, в ужасе. Вот он.
еще. Ясь гранатой, фраер. Хера, они такие... Вот это да! Ты видал, как они, короче, один здесь, другой там, короче, как они окружать начали? Хера умные! Просто посмотри, какие они умные! Слышь, деревня, тут наши места. Концлагерь типа, так что пыли по дороге. Ага, это ты мне говоришь, да, собака? Хорошо. Так, двое. Их всего двое. По крайней мере, на радаре. Где вы? Ага, гранатами закидывают. Они где-то с той стороны все. В кустах там. Пьяха. Они задрали гранатами своими. Вот ей-богу. Бляха, еще кровоточит вот эти вот да. Ждать их сидеть, что ли? Ну где? Ползет. Готов. Готов. Ща. Последний. Сбоку идет. Походу не один. Да какие они, бляха, вот. Непробивные просто. Ну-ка, мой меткий пистолет. Где он? Где-то здесь. Говорит, иди другой дорогой. О, как четко! Как четко! Охренеть их! То там, то здесь. Яха! С одной стороны граната, с другой там... Да задроны, блюха, своими гранатами, урду, собаки. Где, блеха, мои гранаты? Кобза вам, ёпти мать. На! Нравится, блеха? На! Сука, да! Кинул, бляха! Ну, смотри, вот забери! Ну, где еще? А как тебе такое, бляха?
Психанул. Сука. Урыл? Вроде лежит. Урыл. Да бляха еще бежит. Откуда вы, собаки, беретесь-то, бляха? Сюда. Отлично, сдох. Просто прижали, бляха. Готов. Быстрее, аптечка. Еще аптечка. Да. Мухосранский. Забрать старый тайник, забрать добычу из тайника. Интересно. Интересно, когда девки пляшут. Так, у меня видос подошел к концу. Где один, хотя бы один труп-то, бляха? Мне нужен это. О, бинт, хорошо. Так. Забираю, граната. Че такие все бедные, да, бинты-то? Так, мне надо, короче. То спрятаться. Аптечка. Кирит там жарит просто. Опа, это сталкер. Ладно, друзья, давайте вот здесь вот в укрытии, короче, сохранимся и продолжим уже в следующей серии. Я не знаю, вообще, надо, короче, тайник, да, найти. Пойдем тайник поищем в следующей серии. Охренеть, там опять толпа. Ну и придется как-то, не знаю, пробираться через этих бандюгов, короче, и как-то... Вон там вспышки, вон. Как-то я не знаю. Вот. Ой, да ладно. Кому понравилось, ставь лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий, всем пока.